Наталья Пономарева пишет. Спасибо за науку. Избавилась от боли в области позвоночника. Отказалась от программы страха, сострадания, категоричности. Вот. Или не доработала, или переусердствовала, остается проблема высокого давления. Вот у вас, вы от проблемы страха, вы что, не избавились? У вас закрыта Муладхара, красная чакра. А когда эта чакра закрыта, то надпочечники, которые на нее замыкаются, работают в режиме выработки адреналина. Адреналин загущает кровь, поднимает тонус мышц. Соответственно, это приводит к повышению артериального давления. Так что со страхом вы не избавились. Сейчас я проверю еще. Ну вот на ментальном теле у вас красная чакра работает. То есть на уровне ума вы от страха избавились. Но на уровне эмоций у вас страх остается. А любая программа, как это следует из методики, должна приниматься не только на уровне ума, но и на уровне чувства. Поэтому у вас на ментальном теле там чакра открылась, вот, и вы считаете, что вы от страха избавились, а на астральном, на чувственном уровне осталось у вас. Поэтому нет никакого результата и на физике. Вот, а блокировка этой чакры как раз и является первопричиной высокого артериального давления. Так. Ирина Дубровина. Прошу провести диагностику. Мне 76 лет. Болит с правой стороны глаз, ухо, нос, щитовидная железа, сердце, желудок, кишечник, запор, левая нога, спина, ступня. Берите лист бумаги, ручку, и записывайте результаты диагностики. Так, готовы? У вас заблокирована верхняя чакра. Вот, когда эта чакра заблокирована, у человека поле обнуляется. Понимаете? И он испытывает синдром хронической усталости. И абсолютно все органы и системы человека работают в ишемическом состоянии, то есть состоянии недостатка кровоснабжения и энергоснабжения. Кишечник на это откликается запором. Костный мозг на это откликается тем, что он не способен вырабатывать в нужном количестве здоровые клетки крови. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Поэтому ваше поле я сейчас продиагностировать не могу. Вот по чакрам пройдемся. Аджна у вас работает, у вас хорошая интуиция. Так. Вишудха спереди работает. Сзади блок. Сердечная чакра спереди работает. Сзади блок. Манипура спереди заблокирована. Сзади работает. Половая чакра спереди заблокирована. Сзади заблокирована. И красная чакра тоже заблокирована. Поэтому для того, чтобы привести себя в порядок, по крайней мере восстановить работу центров, ну, на первой стадии, а потом уже заняться симметрированием поля, если там есть нарушения. Я могу посоветовать посмотреть вебинар «Как избавиться от синдрома хронической усталости». Вот там как раз аспект, вернее, делается, ну что ли, упор на то, что причиной синдрома хронической усталости является в первую очередь блокирование верхнего центра. Я вам советую это видео посмотреть. А так, видите, у вас из 12 центров у вас 1, 2, 3, 4, 5 работают, а 7 не работают. Если взять целую эндокринную систему, то она у вас целиком выведена из строя. Понимаете?
Отсюда многочисленные заболевания, которые вы имеете, и которые вы еще про них просто не знаете. Вот. Но все это исправляется. Поэтому, пожалуйста, начните вот с видео. Так, я не понял. Там еще манипура спереди заблокирована. Она сзади работает. Добавить надо, что манипура спереди заблокирована. Третья чакра. Вот. Вот у вас, видите, всего 4 центра из 12 работ. Если самостоятельно не получится справиться с этой проблемой, ну, записываясь на индивидуальный прием. Но предупреждаю, работа с вами будет длиться в течение полутора, то и больше часов. Я еще не знаю, во-первых, как вы отреагируете на то, что вам будут указаны на эти неправильные программы. Вот. Насколько вы легко сумеете перестроить свой план сознания. Ну, я сразу скажу, что с подобными вещами вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 неправильных программ. Это нужно каждую с вами отдельно проработать. Понимаете? А потом там наверняка еще деформация поля, локальные впадины. Поэтому, я повторяю, это очень длительная работа.